Всем привет! Меня зовут Ирина. Я участвую в конкурсе «Коля Оля Шаповаловы» на рецепт. Я блогер. Мой канал называется «Ирина Кубанская». Мой канал новостной, политический. Я поднимаю острые разные темы. Пытаюсь доносить до людей о том, что они не увидят по телевизору. Также иногда я показываю о наших буднях. Живу я в Краснодарском крае, на Кубани. О канале я узнала, о конкурсе, и о канале в том числе я узнала от канала «Жизнь селянки» Юлии. Вот. Буду я готовить, ну, для нас это повседневное блюдо, запеченную уточку кусочками в пакете для запекания. Я часто готовлю, поэтому для нас это считается повседневное блюдо. Мяско уточки я отделила от шкурки, ну, потому что, ну, у нас, у меня дома не едят шкурку. Не знаю, все, может, едят, а у нас не едят. Я вот только вот поставляла жирок, вот, а шкурочку везде все отрезала. Вот еще я под пресс пустила чесночок, лучок нарезала, вот такой вот обычный черный перец и вот такую приправу хмели-сунели, тоже там состоящий из приправ. Там молотый кориандр, молотый лавровый лист, тоже там перец, куркума. В общем, его я добавлю. Я сейчас все смажу и чуть-чуть сольки, чтобы не пересолить. Вот, сложили все в кулечек. И теперь поставим в духовку. Но она у меня уже разогретая на 200 градусов. Оно быстро пропечется, меньше часа. Вот такая вот получилась уточка. Она сочная, мягенькая получается в пакетиках. Видите? И прижаристая. Это как-то хочет. Открываете чуть-чуть пакетик, да, там, надрезаете. И потом там пару минут, и она чуть-чуть так прижаривается. Она внутри очень сочная и очень мягкая. Она не сухая. Ну, простое блюдо, скажут все, что, наверное, получше готовят. Ну, мы такое любим. С картошечкой, с макарошками, с пюрешечкой. Это вкусно. На выигрыш я, конечно, шибко не рассчитываю, потому что много вкусных блюд приготовят. Мое блюдо, конечно, очень простое, но поучаствовать хочется. Я человек простой. Наверное, это фишка моего тоже канала вторая. Первое, что я похожа на Нону Мордюкову в молодости, а вторая, наверное, в моей простоте, потому что я простая. Так что, если вам понравилось, ставьте лайки, поможете мне выиграть. Но если вам не понравилось, ставьте дизлайки. Всем приятного аппетита, пока!